Большой привет всем любителям футбола. Меня зовут Артём Марченко, и вместе с вами мы отправляемся в город Минск на второй матч первого игрового дня турнира развития. Матч пройдет на стадионе АБФФ в крытом манеже. И в сегодняшнем поединке встретится сборная Беларуси. Навеш штрафную, снова на ближнюю. Здесь на грудь даже мяч принимает Чергейко. И снова мяч вылетает подальше. Удар издали. Ну, здесь как будто бы в своего мяч попал. Удар еще один издали. На сей раз за мяч попытался зацепиться. Но в очередной раз белорусы остались с мячом. Хорошая передача с внешней стороны стопы. Убегает Приемка вперед. Врывается в штрафную. Хороший обыгрыш. Приемка. Ну, тут пошел второго обыгрыш. Бьет в ближний угол. 1-0. Счет становится. Открывает счет белорусы в этом матче. Ну что ж, Ян Приемка очень здорово здесь сыграл. Но мы, наверное, отмечаем передачу на Яна, которая последовала сфа. Самадов. Сам открывается, входит в штрафную Самадов. Не за передачу, удар нет, дело до удара не доходит. Но вот едва-едва, да, здесь умеется. Дожидаясь, когда же мяч окажется справа. Но вот сейчас нужно ему вернуться, отобороняться, потому что Данил Чергейко пытается мяч забрать. Получается, вот Данил. Вот это пенальти. Здесь уже вопросов никаких быть не может. Тунжай Ахмедов просто выставил шлагбаум перед нашим футболистом. И срубил Данила Чергейко. Ну, просто как топором тут, если бы... Ой-о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 й
футболе, да. Но Данил Чергейко очень интересно пробил. Я думаю, посмакуйте вы повтор. Покажет вам его еще разок на экранах. Ну, в общем-то, и вроде бы Рауф Аюпов среагировал. И казалось, что мяч вот-вот и коснется его руки. Но нет, юркнул он в ворота. Но как же интересно. Навес снова на ближнюю. Удар по воротам, и 3-0 счет становится. 3-0 счет становится. Это Степан Жигемонт. В общем-то, расторопнее всей оказался на штрафной площади. И к этому добиванию, в общем-то, первый успел. А давайте смотреть. Здесь такого же будет записан ассист все-таки. Ну, подавал живушка, цеплял мяч Чергейко. Не знаю, там после Чергейко они будут набегать, скорее всего. Вратарскую, навес, на выходе играет Аюпов, ошибается и на дальней полуянке застревает. Но вот с этим большим количеством замен пришло и много сумбура, а здесь Чердейко врывается в штрафную площадь. Дошло, а вот здесь атака сборной Беларуси, передача направо на Егора Снабкова. Снабков входит в штрафную, на дальнюю выдает, удар, и мяч все-таки, нет, не оказывается в сетке, там зафиксировано положение вне игры. Я думаю, на повторе вы еще раз этот момент посмотрите и разберете, что же там было. Я так немножечко у себя назад проматываю. Здесь нет мяч. Сакута. Нет, это уже Полуянов. Прострел низом. Серия рикошетов. И после того, как мяч угодил в грудь. Неудобная позиция для удара, но следует навес и играет руками Александрович, переводя мяч на угловой. Вот я не знаю, это был то ли навес, то ли удар, ну скорее навес, но по такой замысловатой траектории мяч мог и в ворота юркнуть. С моей позиции, по крайней мере, футболисты одной и второй команды на этих лежачих футболистов. Смещение в центр уже штрафной сборной Азербайджана. Хороший разворот от Стесика, удар и отворот. Увидим удар Рауфа Аюпова, который как будто бы после некой маскировки, да, у тебя появляется рядом с мячом. А здесь момент, и передача направо следует, удар поворотом, и мимо. Мяч все-таки не попадает в сетку, и вот он, пожалуй, первый такой по-настоящему живушка пытался пробить. Вот сейчас пропускал в том эпизоде Газыбеев, а уже момент у ворот сборной Азербайджана. Но здесь, наверное, передача поздновато следует. Удары выше перекладины мяч пролетает. Ну, знаете что? Сейчас поймал себя на мысли, что мы наблюдали матч с большим обилием голевых моментов. Проникающая передача вперед. Но здесь уже может получиться выход 1-1. И мяч оказывается в сетке. 4-0. И Роман Стесик оказывается автором 4-го мяча в ворота сборной Азербайджана. Но вот только я заговорил о том, что моментов не так много. Вот вам, пожалуйста, получите и распишитесь. Смотрите, если соскучились. Забивают белорусы. Роман Стесик делает счет 4-0. В эпизоде для Полуянова не включился на все 100% Атакишиев.
Пока навес на дальнюю. Хороший навес получается. Мяч не уходит за пределы поля. А здесь дойдет ли дело-то еще? Не очень приятно. Но контратака сборной Беларуси, при том, что там численное преимущество впереди. Смещение в центр. Удар поворотом. Ну, не таким ударом, наверное, эта атака должна была завершаться. К этому матчу арбитр не набросит. Хорошая передача. И здорово разыгрывают мяч азербайджанцы. Удар поворотом, перекладина. И падает на колени, хватается за голову Газыбеев. Это был прекрасный момент у Али. Ну вот, это, пожалуй, первый момент у сборной Азербайджана, который команда создала сама классными своими действиями в атаке. Довели дело. Смотрите, а матч, турнир развития. Действительно, турнир очень и очень интересный. Здесь хватается, да, за голову в этом эпизоде Такишиев. Ну, понимал, что он в офсайде, поэтому нельзя за мяч здесь бороться. Все, звучит финальный свисток. Артем Ясель фиксирует финальный счет на табло. 4-0 в пользу сборной Беларуси.